субботний день у нас. Дождь, холодно, и эта неделя вся будет очень-очень холодная. К нам приходят морозы. К сожалению, в саду не сможем все посадить и убраться. Будем ждать теплых деньков. А мы поехали за продуктами. Делаем курсы, так называемые, покупки раз в 15 дней. Макияж совсем такой нюд, выходной. Чуть-чуть тени, совсем чуть-чуть, и стрелочки с коричневым карандашом и блеском. И челку подрезала. Всем большой привет! Я начинаю наш новый влог. У нас суббота, за окном проливной ливень и холодно. Мы ездили, делали закупку. Что у нас изменилось? Мы закупаемся на 15 дней, поэтому продуктов будет много. Кому интересен формат такого видео, то обязательно оставайтесь со мной. Я вам покажу, что мы купили. Сразу очень хочу вас попросить, давайте будем толерантными. Вы — это не я. И то, что покупаю я, вы можете не покупать, считать это плохими продуктами. Кому интересно, то оставайтесь со мной. Ну, давайте будем корректными в комментариях. У меня муж, ребенок, свекровь, и у всех свои желания. Поэтому я покупаю что-то, может быть, не совсем такое полезное, но иногда нужно доставлять удовольствие своим близким. Итак, мои хорошие, давайте поехали. Здесь будут не только продуктовые покупки, потому что вчера мы были в магазине Zadio, Stock Money, и также Maxilo и Каза. Каза или Каза, как кто произносит. Я хочу вам показать также то, что мы купили. В общем, видео будет длинное. Поехали. У меня еще сумки, я не разобрала овощи и фрукты. Потом обязательно вам покажу. Так, что же здесь у нас? Я по мере попадания в руки. Бри, президент, сыр. Также сыр в пластах Ландомер. Взяла разный формат, то есть для крок-месье, для бутербродов. И вот такой облегченный. Это сыр из козий сыр. Муж взял, он очень любит. Брус Борден. Это такой сыр, как творог. Чуть-чуть подсоленый, но не очень сильно. Муж у меня любит вот такие паштеты из курицы, и они с луком. И лук, он такой конфи, как бы сказать, карамелизованный немножко. Это Noblesse du Cérémy. Это самая лучшая часть у крабовых палочек. Также La Berry. Мы взяли вот такой Lardon du Saumon Fumé. Это кусочки лосося, когда делаю пасту или на бутерброды. Также лосось в больших таких кусочках тоже всегда пригодится. Яйца органические 12 штук. Пармезан. Так, исправили меня недавно. Пекорина. Это не пармезан, а пекорина. Пармезан. Там парма. Спасибо, что исправляете. И это пекорина Гальбани на пасту. У меня Саша полюбил делать бутерброды из вот такого хлеба. Это хлеб для фаритас, так, наверное, называется. И он тоже злаковый. Туда салат, огурцы, все, что нужно. Ну, в общем, пусть полакомится. И вообще, это вкусная вещь, но не всегда. Мой хлеб, то, что я вам показывала. Девчонки, кто спрашивал, вот этот хлеб я покупаю. Там Bio мультисериал. Сериал. Вот там наверху. Есть другая тоже марка. Так что вот этот я очень люблю. Вот такой мультисериал. Еще раз рассказываю, что это не сериал, это не кино, это просто злаковый. И вот такой тоже различными, по-моему, зернами льна. Да. Я храню его в холодильнике, так как закупаемся на 15 дней, с ним ничего не случается. Потом разогреваю его в тостере. Органический вот такой паштет, он из тыквы с кюри. На мои перекусы бутербродики. Я беру всегда, чтобы было в запасе, вот эта баночка сардин. Она с лимоном и без масла. А где-то делаю паштетики или что-то. А это сардины, они грие, поджаренные. Тоже очень вкусно. Это такая лапша из чечевицы без глютена. Я себе позволяю сейчас
То есть я купила себе, посмотрите, вот сейчас я вам покажу эту умную тарелку, и я варьирую, то есть немножко злаковых, немножко мяса, или немножко мяса, там уже вам решать, и овощи обязательно. Это такие крабовые палочки, те, что уже рапе, то есть, как бы сказать, потертые или как по-русски. Кофе в капсулах. Кто-то у меня недавно спросил, какой кофе я покупаю. У меня машинка Nespresso. Я покупаю капсулу Nespresso, но иногда бывает так, что не купили, не съездили в супермаркет, где продают, или в Париж, и просто приходится покупать компатибля, то есть те, которые подходят к машинке, но других марок. С ванилью или деликатные. Также томатная паста. Это томатная паста с базиликом и томат роти. Это, то есть, помидоры, которые чуть-чуть, наверное, обжаренные, я так понимаю. Тушеные, вот, тушеные. Сегодня были итальянские баночки. Это такой паштет для брусчетта. Очень любит у меня муж итальянскую кухню. Мы покупаем хлеб для брусчетта. И они с черными оливками, рикоттой и томатами. То есть можно будет делать. И вообще очень вкусно даже вот на черный хлеб, на бутерброды, когда поджариваешь. Получается очень вкусно. Это сметана, я вам говорила, когда делаю суп или что-то. Вот именно такие вот баркетики по-французски, такие вот пачечки по-русски, 4% жирности я добавляю, как делаю крем из цветной капусты. В общем, такое вот разное. Давайте посмотрим, что у меня в сумках. Нет, сейчас сначала покажу вам молоко. Молоко я купила из миндаля без сахара. Также у меня есть молоко из гречи и молоко из овсянки. Вот эти два, это на пробу. И овсяных хлопьев я никогда не пробовала, буду пробовать такие напитки. Здесь очень много протеинов, 100% вегеталь и нет сахара, не добавлен сахар. В общем, даже значок веган. Буду пробовать, потом вам расскажу, как они на вкус и цвет. Наверное, пристроюсь на пол и покажу вам, что есть вот здесь. Здесь химия. Я всегда покупаю вот такие одноразовые полотенчики, беру их самой дешевой марки. Они такие, их много здесь. И я, чтобы, когда умываюсь, не вытираю простыми полотенцами, а вот именно такими. А также для того, чтобы чистить ванную, краны, везде все, я покупаю вот такой сиф. Он мультиэзаж. То есть можно чистить им все. Из порошка я покупаю Ариэль. Это для чувствительной кожи. Я вам уже рассказывала, что больше не беру органические. Мне они не подходят и не нравятся. Также вот такие платочки. Саше в школу, в портфель, в сумочку. Они очень удобные. Это для ушей, потому что муж у меня храпит. Никому не говорите. Секрет социальных сетей. Это... Иногда нужны вот такие бритва, лезвия для женщин, для наших нужд. Вот такие штучки для того, чтобы чистить зубы между зубами. Я без них жить не могу, всегда их покупаю. Это просто здесь вот такая ниточка идет. И также зубочистка. И для меня это indisponible. В общем, очень нужная вещь. Сухой шампунь Батист всегда беру. Хотя в последнее время что-то... Как-то кожа головы не очень реагирует, быстро грязнятся волосы. Это диски для снятия макияжа и салфетки также для Саши. Когда кто-то едем, что-то перекусываем, руки постоянно такие грязные, нужны всегда. Это первое. В этих сумках будут фрукты и овощи. Мы закупаемся очень большим количеством. В общем, я делаю супы и так далее. Это я люблю овощи. Базилик вот такая... Горшочек стоит 2 евро 50 центов. Оп, я сюда на стол. Я его ставлю в красивую посудину, и получается такой цветочек. Вот какая красота у меня получилась. Такие мешочки я покупаю, и можно их использовать как такие вазочки под, ну, вы сами понимаете, базилик или разные травки в горшочках. А также я использую вот такие мешочки холщовые, чтобы хранить траву,
Там мне моя сестренка Елена Франц присылала, у нее свой канал, все сноски на ее канал всегда в инфобоксе, заглядывайте. Они холщовые, из 100% хлопок, и в них не портится. Я также храню в них грибы, храню помидоры, в общем, разные овощи и фрукты. Малина, черника, ежевика, не знаю что. У нас уже пошла ягода горигет, очень вкусная. Всегда покупаю вот такие помидорки на веточке, они самые вкусные. А здесь еще завалялся, муж купил паштеты куриные, он любит такие паштетики. И он с болгарским перцем и базиликом. Помидорки бабушка у нас, свекровь попросила для завтра, тажин будет делать. И здесь разные травы, здесь кориандр, не было моего любимого, скажите, чего? Укропа, здесь кориандр, также петрушка и зеленый лучок. В этой сумке все. Давайте пошуршим, посмотрю в этой. Груши, две груши, различные сорта яблок. Это, как называется, сельдерей? По-моему, так, головка сельдерея. О, сельдерей, ну да, сельдерея, наверное, исправьте, если нет. Капуста для супа, лимоны всегда, морковь, огурчики свежие, кабачки. Я взяла два сорта кабачки, вот такие зеленые. Это у нас виноград черный и зеленый. Так, и морковь. Морковь была одна также для моей свекрови, нужно ей будет отдать. В этой сумке. Так, давайте смотреть. Это болгарский перец для свекрови 2. Завтра будем у дедушки кушать. Что здесь еще такое? Это какой-то появился новый сыр. Из козий свежий сыр. Он с медом и инжиром. Просто взяли на пробу. Такие вкусняшки у нас иногда появляются в Тони Фри. Девчонки, кто спрашивал, что такое Тони Фри? Это вот такой небольшой магазин, где все намного-намного дешевле. И фрукты, и овощи, и всякие разности. Ну все, мы поехали. Это зеленая фасоль. Киви. Саша обожает киви. Бананы. Без бананов никуда. Муж берет на работу. Саша тоже любит. Иногда перед тем, как спать, съедает банан. Это постоянно баклажаны. Вот. Баклажаны. Буду делать бланкет де во. В мультиварке это грибочки. Всегда покупаю французские, чтобы, ну, понимаете сами, почему. У нас очень много, которые идут из Польши, и я не покупаю их. Это красный лук, авокадо. Авокадо, 3 авокадо очень дорогие. Авокадо почему-то сейчас, не знаю, почему не сезон, может быть. Капуста любимая. Смотрите, вот такие кабачки у нас, желтые. Интересные, очень прикольные. Смотрите, купила. Какие кабачки желтые, светло-зеленые, темно-зеленые. Чего такая нет? Артишоки. Желтые. И что здесь еще? Сливы уже пошли красные, купила сливы. Бычье сердце, помидоры. Оп-оп-оп, извиняюсь. Цветная капуста. Это сладкая картошка, батат, да? По-моему, батат называется по-русски. Грейпфрукты. Захотелось мне очень грейпфруктов. Это перец болгарский для меня. Тот был для свекрови. Так, баклажан вот один для свекрови. И что здесь? Скажите мне, это типа редьки, наверное, нашей, на «вы». И это разные кабачки для свекрови, для завтрашнего ее блюда. Ну вот, мои хорошие, на этом моя закупка закончена. Сейчас буду все раскладывать. Надеюсь, что видео было вам не сильно длинное, не сильно утомительное. Кому не интересны такие обзоры, просто переходите на другие видео. Я люблю снимать такие обзорчики, потому что
Люблю даже смотреть, когда девчонки делают в разных странах все разное, разные вкусняшки, разные продукты, и, по-моему, это очень здорово. Итак, я повторю, что мы сделали закупку на 15 дней, постараемся выдержать, а может даже и чуть побольше. В холодильнике у нас еще кое-что есть, то есть очень много у меня осталось йогурта, но здесь это блюда, которые я готовила в основном. Из овощей практически ничего. А, морковь была в этом. Забыла, что она была. И в морозилке кое-что есть. Я всем желаю отличных выходных. Надеюсь, что у вас погода лучше, чем у нас. И до встречи на моем канале. Поддержите меня пальчиком вверх. Встретимся в следующем видео. Всем пока. Всех целую. Пока-пока-пока. Au revoir.